подвезти, алло, алло. Это город Анчиш называется. Смотри, Crazy Bus, блин, его еще объехать надо на стрельбе. Жесть, снести может нахер. Ну все, смотри, смотри. Куда ты едешь, ты что, не видишь, а? Что ты хочешь, хочу нажимать. А я как не знаю. Все-таки взяли мы тук-тук спустя день за 2000 рупий лантийских. Ценник в долларах покажу. Это первые 5 минут я еду на нем. Трогаться сложно. Я никогда не ездил на мотоциклах там с сцеплениями, со скоростями. Трогаться, переключаться непривычно. Много всяких манипуляций поначалу кажется. Но третью скорость включил и поехал. Максимум 40, он говорит, можно ездить километров в час. Но судя по тому, как меня обгоняют, обман все это, мягко говоря. Проезжаем, проезжаем, не задерживаем движение. Я первый раз обогнал крейзи автобус, который вообще, я думал, никогда не останавливается. Он, оказывается, останавливается. Так, едем в Гале, да, примерно? Едем в Гале и любуемся местными красотами. За проезд передаем, пожалуйста, первый обгон. Вот нихера не видно, блин. Этого автобуса, блин. Вижу, вижу. Люди, блин, с автобуса торчат, как дикари. Вот полосочки, смотри, прикольные для этих. Для мопедов нормальные. Я туда ехать не буду, я же не мопед. Головы не высовывайте, а тут они так тесно бывают едут, прям притираются. Я уверен, что мы по дороге найдем еще дешевле рынки. Привет. Я им отомщу за то, что они по ночам меня будили там своими вот этими звонками. Хай, езжу, мщу им, короче говоря. О, кого-то переехали. Жена молчит. Жена в шоке. Снимай, Ян, снимай, жена молчит. Смотри, машина на встречке летит. Короче, как-то вот так и ездим. Озеро красивого. Пляжик, смотри, какой красивый. А ты направо показал, что он говорит, да, нормально, окей. Мы бы намного быстрее бы ехали вообще. Сейчас нас обгоняют как школьников все, блин. Тут, типа, мы будем, кстати, проезжать эту взлетную полосу. Приехали на первую точку дислокации, Унавотуна, коралловый риф. И вот в
тук-туке ручные тормоза вот такие. Ручник, вернее, все. Оставили, пошли, блядь. Красота впереди, сейчас посмотрим. Ну что, как впечатление? Пока. Гордо на мадре. А, понятно. Вчера на серфе подгорели чуть. Прикольно, красиво. Прикольно, большой пляж. Большой, широкий пляж, шезлонгами, со всеми удобствами. Рядом вот, смотрю, кафешки, где можно покушать, выпить. Красиво. Сейчас пойдем купаться, нырять, наверное. Взяли маски, трубки. Здесь уже, конечно, песочек другой. Идешь, прогружаешь. Такой вот с измельченным ракушняком, я не знаю, как правильно называется это. Ну так, уже идешь, как бы грузишь. Предлагают нам снорклинг отвезти на остров какой-то ближайший. 10 минут поездка занимает. Сначала предлагают 3500 рупий за четверых. Потом до трех опустил, потом другой чувачок говорит, вообще сколько, $10 с человека дорого, потом говорит, $30 за всех, я вам еще две маски, трубки типа дам. Ну, это час снорклинга. Жилет, маски, как бы они дают и так, я так понимаю. Ну, сейчас сказали, погуляем, подумаем. Тут где-то наверху Будда есть большой. Погуляем, подумаем и заодно пойдем, может быть, поныряем. Сейчас утро и как раз самое время понырять. Вода, кстати, очень прозрачная, чистая вообще. Говорят, что там очень много рыб, кораллов, очень красиво. Ну, коралловый риф здесь как раз и есть, мы поэтому сюда и приехали. Наверное, вероятнее всего, что сплаваем. Сейчас посмотрим. Так вот выглядит Унавотуна в 10 утра. Людей довольно-таки немало, я бы сказал. Мы только что вернулись со снорклинга. Были примерно вот дальние камни. Обошлось нам, мы вроде бы сторговались до 3000 рупий, а в итоге вышло 3500. Почему? Нам нужны были трубка, ласты дополнительные, двое, две пары. И маска еще одна. Вот она, собственно, так и вышла. Ну, торговаться можно было все равно, как бы еще дальше, но мы уже решили быстрее поплыть. Нам давали час на это. Нам хватило в районе 15 минут. Там очень большие волны. С нами была девушка Юля, ее укачала даже. То есть поэтому
готовьтесь к тому, что пока вы доедете, вас уже может немножко укачать, хотя ехать туда минут 5-10. Сейчас волны небольшие, мы когда ехали, были волны посильнее просто. Как-то так. Перекусить решили после снорклинга. Ну, некоторые, конечно, не ныряли. И жрём. И жрём. Кто не работает, тот ест. Суп вкусный, да, говоришь? Овощной супик. Крем-суп, да, говоришь? Крем-суп. А цену я забыл. 350. 350. Как эти деньги называются? Рупии. Рупии, как ему запомнить? Я всё, да, всё время хочу перевести на другие деньги. Ваше мнение? Рига. Ну, я вкратце объяснил стоимость. Я сказал, что там чуть подукачало Юлю, там такое как бы. 5 рыб. Ну, есть рыбы красивые. Воспоминания вагон. Да. Нам хватило 15 минут понырять, насытиться, да? 20 это потолок. 2 минуты. Снорклингом, да, таким? Я туда доехала, уже насладилась. Это один риф, есть еще второй риф, но мы уже на него не поедем. Так, следующее наше место дислокации, точка дислокации. Мы еще посмотрим Jungle Beach, посмотрим еще тот пляж, чем он отличается от этого, а потом мы поедем уже, ну, скажи точку, я забыл. Гале. А, в Гале, да, мы на полпути в Гале. Побываем там, а с Гале уже... Хикадуву. Хикадуву. А в Хикадуве что? Пляжи. А я только что разве не Хикадува сказал? Нет. Унаватун. Унаватун. А я Хикадува сказал. Пираки. Тренируем мозг, называется. Учим названия ланкийские, тайские и так далее. А оттуда уже домой, посмотрим по ситуации. Где-то по дороге я уверен, что еще остановимся, какой-то рыночек найдем, где-то фруктов купим. Ну, я думаю, мимо проехать будет сложно, да? Да. Духи схавал. Сейчас супа будет. Да? Аккуратно, вам горячий. Горячий, сильный. Не очень. Ну, и цена как мягенький. Супа для, для пляжа возле первой линии, да, прямо первой линии. Так, океан 20 метров. Шум даже слышно, да? 350 рупий. Повар сказал, сейчас все сделаю. Ну да, и с привкусом, кстати, лимонграсса, да, что-то есть? Ну, чуть-чуть засолен. Ну такой нежный, да, аккуратно, мне кажется, что он недосоленный чуть-чуть, да? Такой сильно легкий, нежный. Нормально? Давай я тебе дам. Это после океана, блин. Соленые. Рот весь разъедает солью, и потом все кажется несоленым. Я понимаю, почему тебе.